Привет всем моим подписчикам и просто зрителям моего канала. Сегодня получил еще несколько посылок и хотел бы сразу с вами поделиться, что конкретно у меня есть. Сейчас я распакую. Это у нас TV-бокс. Один из очень хороших TV-боксов. Сейчас покажу, в общем, что конкретно у меня есть. Итак, друзья, как видите, вот так вот выглядит упаковка этого TV-бокса. Очень достаточно солидно, как всегда. Эта фирма очень презентабельно свои TV-боксы показывает. Как вы видите, это у нас модель T95Z Max. Именно Z Max версия. Краткая информация здесь какая-то тоже имеется. Очень все солидно так вот сделано, в голограмме. Так вот все блестит, на самом деле очень красиво, презентабельно. Так, сейчас сразу их... Увидим, что у нас тут дальше. Коробка в коробке. Сам TV-бокс. Шикарно смотрится. Сразу уже скажу. Очень шикарно смотрится. Не знаю, как вам на видео. Но в реальности он совсем не бюджетно смотрится. Вообще круто. Сейчас мы, в общем, до него вернемся. Давайте посмотрим, что здесь еще есть в комплекте. Комплект состоит из блока питания. Блок питания такой вот стандартный на 2 ампера и 5 вольт. С таким вот толстеньким штекером. Ну, большинство TV-боксов используют такое блок питания. Но это, в принципе, такой вот неплохой блок питания. По весу он довольно тяжеленький. Такой вот еще HDMI кабель идет в комплекте около метра. С разъемом типа А с обеих сторон для подключения TV-бокса к телевизору. Вот. И такой вот пульт. Пульт, на самом деле, я уже когда-то его тоже показывал. Он раньше был в других моделях. Он очень крутой, очень удобный. Ну, конечно, здесь нет таких вот типа голосового управления, но он здесь все вообще крутое. Здесь даже можно кнопки запрограммировать верхние. Вот видите, как этим белым обведено. Вот эти кнопки можно программировать. Очень удобный, на самом деле, очень хорошо управляется, не нужно сильно целиться, блин. Питается от двух батареек типа 3А, как всегда в комплекте не идут, так что имейте в виду, нужно закупать отдельно. Но пульт такой неплохой. Мануальчик китайский, английский, на китайском и английском. Так, пока что все в сторонку отставим. Сам TV-бокс. Сам TV-бокс смотрится вообще шикарно, как я сказал. Как видите, это версия Max. Спереди у нас тут сейчас ничего не видно. Но здесь просто индикатор питания и часы. Часы очень крутые, такие вот GK-дисплейчик присутствует. Он как OLED-дисплей, четко показывает. С правой стороны тоже ничего не имеется, просто такая глянцевая поверхность. На задней стороне у нас несколько выходов сразу видим. Сразу сейчас сфокусируем, покажу конкретно. То есть здесь есть оптический разъем для подключения какой-то модной акустики, к примеру, какая у вас там есть. Потом аудио-видеоразъем. Вот, для подключения, к примеру, наушников, к примеру, колонок 2.0. И, к примеру, к старым телевизорам можно подключать тоже через переходник. Потом Ethernet разъем для подключения интернет-кабеля напрямую, если у вас нет дома Wi-Fi, к примеру, роутера, можно подключать напрямую кабель от интернета. Вот, потом есть HDMI разъем версии 2.0 для подключения к телевизору. Кабель, соответственно, есть в комплекте. Также самое есть питание, то есть для блока питания, который в розетку включается. Блок питания опять же идет в комплекте. И еще есть два USB разъема на этой стороне версии 2.0. Можно подключать как различные флешки различной емкости, так и можно подключать винчестер до терабайта. Можно подключать, расширять память, так сказать. Потом же также можно расширять память с помощью TF разъема, то есть microSD карточки для подключения до 64 гигабайт.
То есть, если что, можно расширить память без проблем. Задняя сторона у нас ничего не имеет. Вот такая вот просто красивая поверхность. Тут также стоит Android версия 7.1.2, то есть один из самых последних андроидов. 64-битная система, как всегда. Тут также стоит процессор от M-Logic S912 Cortex-A53, то есть до 2 ГГц каждое ядро. Отличный на самом деле процессор в связке с графическим ядром, графическим чипом Mali T820 до 750 МГц. Ну и также тут есть Wi-Fi двух диапазонов 2.4 и 5 ГГц. И также есть Bluetooth версии 4.1. Также тут есть поддержка 5.1 звука, то есть кому нужно, можно подключать хорошую акустику, к примеру, будет поддержка. Также и разъем Ethernet, LAN-выход поддерживает гигабитный порт, то есть не 100 мегабитный, а 1000 мегабитный. Ну и, собственно, поддержка практически любых форматов, как и аудио, так и видео, так и фото, блин, 60 FPS, так что можно смотреть практически все в любом качестве, что пожелаете. То есть такая вот медиа-центр, такой вот мини-медиа-центр в такой маленькой коробочке сделает с вашего телевизора хороший смарт-ТВ. Чуть позже я потестирую ее, конечно, сделаю отдельное видео, как ее подключу уже к телевизору, покажу всем, что она себе представляет, а пока что как бы это распаковка, так сказать, анонс был, чтобы показать, в каком виде она приходит. Ну, а ссылочку, конечно, где я ее покупал, конечно, скину под видео, так что смотрите сами. Цена очень даже неплохая для этой приставки. Смотрите, покупайте, если хотите, смотрите что-то другое, если не хотите, вот. Продавца я рекомендую, очень хороший продавец, быстро отправляет, быстро доставляется, доставляется-то вообще быстро. За 2 недели, 2 и пару дней даже может доставиться. В общем, очень быстрая доставка. Все в целости приходит нормально, так что рекомендовать могу. Протестируем и все подключим уже в другом видео. А пока, всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки.